парнями приехали на пароме на остров, который прямо на Северном море, сурово. Взяли на прокат 3 электровелика. То есть они, можно педали крутить, но у них есть помогатор. Можно подключиться. По острову. На великах с электрическими вспомогаторами, это очень классно ездить. Заехали на гору, и тут такой дот военный находится, можно в нем полазить. Здесь очень классно, кажется, такой северный карликовый шиповник, очень красивый. Такие плоды у него, ягоды. Пляж 5-метровый с белым песочком, как они любят. А тут дюны песчаные вокруг. Вот так прям суровая красота радует. Заниматься можно только между двумя флажками. Вот этим и вон тем. Иначе расстрел тут. Штраф 150 евро. Саня, на карточку. В дюнах засели мы с парнями немножко отдохнуть, прийти в себя. Там наверху тоже нет бед. А я наверх не ходил. Получится, нет, такая поземка из песка идет. Вот, все видно вроде. Такой ветер сильный. А там вот кайтсерфер впереди. Сейчас подойду поближе. Сниму. Чумовая парусная тележка. Сейчас иди. Куча кайтсерфера. А вот эти серферы сблизи, они на самом деле огромные. Кажутся издалека маленькие, но на деле огромные. Маяк вот тут еще есть. Потупить людей. Вкратце расскажу, что за велик такой с помогатором, с электрическим. У него вот такая приблуда стоит, где педали, там Bosch написано. Сзади вот здесь вот эта штука, батарейка. Тут вот такая вот управлялка. И вот пару раз колеса крутанешь, и он уже сам разгоняется. И потом чуть-чуть крутишь, вообще легко-легко. И он 25 км в час скорость держит. Но дальше у него стоит ограничение. Больше 20 под горку, если только он может разогнаться. А так он начинает уже притормаживать. То есть, грубо говоря, со скоростью 25 км можно тратить, ехать вообще легко, не тратя сил. И в горку, куда угодно. Городок. Вот, конечно, как обычно. Пьянич, не знаю, что-то там. Километров. Мы на медленном пароме, туда плывем на быстром, плываем на медленном. Это верхняя палуба у него вот такая. Грузовая палуба, тут велики, машины. Машины сегодня ни одной нет. Сюда машины заезжают, вон один паровозик стоит.
паровозик чух-чух-чух. А вон Андрюха пришел. С моим зонтиком. А там еще нижняя пассажирская палуба, самая крутая. Валидин топает на нижнюю палубу. А тут все как обычно. Собака, компания большая. Как все на паромах.